Всем привет! Фаза 8 Grand Harvest вступает в свои права. Вместе с ней в игру SnowRunner приходят новые средства передвижения по бездорожью. Одно из них Степ-39-331 Пайк, прообразом для которого стал советский грузовик завода имени Лихачева третьего поколения ЗИЛ-133, выпускавшийся серийно в более чем 10 модификациях с 1975 по 2002 год. Это видео посвящено исключительно новому автомобилю в игре. Напоминаю про лайки и подписки, а также о том, что по подсказке справа сверху в аннотации метод тестирования, а на канале в разделе плейлисты есть несколько плейлистов по SnowRunner. Начну как обычно с экстерьера и интерьера. Теперь кратко о самом грузовике Степ-39-331 Пайк, что переводится как щука. Масса грузовика 7003, он тяжелее обоих собратьев Степ. Напомню, что Крокодайл имеет формулу 4х4 и массу 4500, а 310E переменную формулу 6х6 с подключаемыми на пониженную передачу блокировками и массой 6500. В свою очередь у Пайка постоянный полный привод и постоянно включенные блокировки. Если проводить исторические параллели, то Пайк во времени стоит между более старым Крокодайлом и более новым 310E. А по цене в классе вездехода Пайк стоит очень-очень близко к двум популярным автомобилям Тайга. Но несмотря на большую, чем собратья массу, комплектуется Пайк все теми же стандартными двигателями. Мощностями от 130 тысяч до 185 тысяч. Что дает соотношение мощности к массе от почти 19 до 26 с небольшим. Автомобиль может комплектоваться всеми стандартными коробками передач, может вставать на низкую и высокую подвески, комплектуется всеми типичными для класса вездехода лебедками. При всем этом может мерить на себя шины максимального диаметра в 43 дюйма. Модули кузова стандартные, включая тяжелый кран, передний распуск, погрузочный кран и сейсмовибратор. К сожалению, платформы с низкой рампой или платформы трансформера для транспортировки других авто у него нет. Но зато есть багажник на кабину со 150 единицами ремонта и 80 единицами топлива, что с баком в 250 дает общее число топлива в 330 единиц.
Какое знакомое число. Правда, при установке багажника придется отказаться от некоторых косметических аддонов. А еще у Пайка есть высокий фильтр, который устанавливается сзади на кабину и выполняет функцию шноркеля, но он несовместим с высокими аддонами типа топливного бака. Также есть все стандартные косметические аддоны без излишеств и одна художественная ливрея с представителями парнокопытных. Грузовику доступны все прицепы, типичные для класса вездеход. И по деталюшкам вроде бы все, теперь стандартное испытание.
Прошел испытание Пайк за 9 минут 26 секунд. Вклинился между четырехосным Азовом 5319, топливного бака которого едва хватает только лишь для того, чтобы в магазин за булочками съездить, и Анком МК-38, который так постоянно торопится, что постоянно переворачивается. Между тем, для грузовика из семейства Степ выйти из 10 минут, не напрягаясь, это достижение. И 310-й, и Крокодайл не могут из 12 минут выехать. Да, грузовик не дотягивается до обоих автомобилей Тайга, до Града еще дальше, но это уже не просто середняк, у него есть задатки прыгнуть чуть выше. Между прочим, на свое путешествие он затратил всего 110 единиц топлива. Не все, даже самые быстрые грузовики, могут похвастаться такой экономией. А еще грузовик очень стабилен, уронить его так же трудно, как и длинную Тайгу. Еще у него постоянно включенный полный привод и блокировки, что позволяет меньше дергать коробку передач. И при этом еще он не так прожорлив, а на повышенной передаче так и вообще на диете. Правда, есть и минусы. Даже со спортивной коробкой передач он не так быстро при своей массе. А радиус колеса 43 дюйма в классе вездеход не такое уж и достижение. При его длине и таком диаметре сесть на пузо расплюнуть. Также нет арочных шин, что несколько удручает. Но в целом грузовик получился достойный, и середняк с задатками отличника. К нему стоит присмотреться. Тем более, что идет он в комплекте с фазой 8, и его не надо покупать за отдельные деньги. Для марки Step в игре он сделал большой шаг вперед. А судя по завершенной голосовалке на моем канале, большинство тех, кто смотрит мои видео, купили сезонный пропуск 2-го года. Так что попробовать его смогут без проблем. И о грузовике Step 39331 Pike на этом все. Хотя, возможно, он не Step, а Степь. Все-таки в игре есть Тайга. Вероятно, он все-таки Степь. Но в любом случае, до встречи в новых видео.